Сохранение здоровья касается лично каждого человека, поэтому День здоровья – это повод обратить внимание на себя, заявить о своем здоровом намерении сделать то, что каждый раз откладывал и планировал начать с понедельника. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе аула Кашихабль прошла всероссийская акция «День здоровья». Основная задача акции остается неизменной – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни. Сегодня у нас в ФОКе, в Кашихабльской дюш, проводится День здоровья. Принимают участие воспитанники школ номер 2 и первой школы. Всего около 400 участников с 5 по 11 класс. Это всероссийская акция, ежегодно проходит по всей России, проводится по разным видам спорта, по футболу, баскетболу и волейболу. Участниками мероприятия, приуроченного ко Дню здоровья, стали ученики всех классов обеих школ районного центра. В программе Дня здоровья были волейбол, баскетбол, футбол и другие спортивные состязания. Мероприятие прошло во всех общеобразовательных учреждениях района. Замечательная погода, отличное настроение и активность ребят – все это помогло весело и задорно провести всероссийскую акцию. Не забывайте о важности поддержания здоровья своего организма не только в праздник, но и каждый день.